Вот у нас лоток с зеленью. Такие пучочки стоят по 20 рублей. А вот такие пучочки, которые побольше, они уже стоят 40 рублей за пучочек. Один перец горький стоит 15 рублей, но есть места, где он стоит и 10. Это зависит от места. Вот у нас кукуруза бондюэль. Она стоит 12 рублей за штуку, но можно даже найти за 10. Сейчас почему-то переизбыток кукурузы. У нас совсем недавно была по 30, потом по 25, по 20, по 15, а сейчас даже по 10. А вот посмотрите, какие большие, красивые помидоры стоят 30 рублей за килограмм. А вот эти розовые по 50 рублей за килограмм. Очень большие, это местные помидоры. Вот посмотрите, чуть-чуть прошли, а в других местах они стоят дороже. Лук стоит тоже 20 рублей за килограмм. А есть места, где они стоят по 25 и по 30, хотя лук весь тот же самый. А вот виноград, написано киш-миш, и стоит 100 рублей за килограмм. Обычно киш-миш стоит дороже. На некоторых рядах он стоит по 130, по 140. А вот такой виноградик, ну не слишком презентабельный, стоит 70 рублей за килограмм. Лимоны идут по 70 рублей за килограмм. И вот опять бондюэль кукуруза. Это кукуруза по 15, то есть большие такие початки сочные, 15 рублей за килограмм. Так, а вот посмотрите, какая крупная, огромная ежевика. Ежевика, да, я знаю. Стоит стаканчик 50 рублей, а если брать на килограмм, то 250 рублей. Ну просто очень крупная, потому что ежевика бывает мелкая, а это прямо такого размера. А, домашняя, то есть за ней ухаживают, ее поливают, поэтому она такая вырастает, потому что лесная продается, она маленькая. Вот черешня 120 рублей за килограмм, но тут даже есть 100 рублей за килограмм. Вон, посмотрите, киш-миш стоит 80 рублей за килограмм. Совсем низкая цена. Абрикосы идут 110 рублей за килограмм. И вот это жердели 110 рублей за килограмм. Жердели это дикие абрикосы, которые у нас есть и тоже растут. А вот персик 120 рублей за килограмм. Но можно кое-где найти и за 100. Просто пройтись. Так, а вот тут мы у Юли увидели дыни, которые вообще самые сладкие. Вот эта дыня называется эфиопка. Эфиопка, да. Да, она вот такая дольками. Это вообще, это если спелая дыня, она просто приторная. 60 рублей за килограмм. Ее просто невозможно есть, настолько она сладкая. У нее даже запах супер сладкий. Вот эти дыни я обожаю, чтобы она можно была дольками. Да, и можно попробовать. Вот. Да, Юля всем предлагает. А вот дыня уже подороже, потому что эта дыня какая-то необычная. Написано с Крыма. Это какой-то сорт необычный крымский. Я такие дыни еще не видела. А вот розовый помидор стоит всего лишь 45 рублей за килограмм. Крупный, хороший помидор. В общем, цены тут самые разные. Если ходить по рынку, можно все, найти да? все очень дешево. А баклажанчики по 35 рублей за килограмм. Какие, посмотрите, блестящие. А кабачки вот большие уже по 15 рублей за килограмм, а которые поменьше по 25 рублей за килограмм. Кабачки уже просто стоят очень дешево. А обычная дыня стоит 35 рублей за килограмм. Вот, посмотрите, мы чуть-чуть прошли вперед, и тут уже баклажаны по 25 рублей за килограмм, а кабачки по 15. Вообще это бесплатно. Это самое дешевое. Да, при нынешних ценах это считается бесплатно, особенно для баклажанов. Баклажан это моя слабость. Помидорчики по 55 и по 45, перец по 50 рублей за килограмм, хорошие огурцы вот такие по 60 рублей за килограмм. А вот такие чуть-чуть, немножечко уже пониже сортом, стоят 35 рублей за килограмм. А вот лесные орехи, они стоят 250 рублей за килограмм, продаются и они растут здесь в районе Новороссийска. Очень вкусные. Голубика здесь стоит дороже всего 550 рублей за килограмм, потому что она привозная. А вот тоже дешевенькие помидорчики, всего лишь 30 рублей за килограмм. Это мясистые, хорошего сорта вот такие сливки. Я люблю такие именно за их мясистость. Они не очень сочные, но они мясные, такие мясистые. Для салата хорошо. Вот, посмотрите, кукуруза уже, бондюэлька идет по 10 рублей за початок. Такие длинные, хорошие початки по 10 рублей. Естественно, можно выбирать то, что нам нравится. Слива по 70 рублей, очень хорошая.
Это как раз та, которая скрещена с нектариной, как говорят продавцы. Арбузики по 25 рублей за килограмм. Но есть, кстати, и по 20, если поискать, мы видели. Да не по 50, по 70 рублей за килограмм. А вот лучок зеленый по 10 рублей за пучок. Это самая дешевая цена, которую мы здесь нашли. Вот у нас опять баклажанчики по 30 рублей, чуть дороже. И перец по 40 рублей за килограмм. А вот инжир очень дорогой, 350 рублей за килограмм. Но инжир это, конечно, фрукт очень вкусный, кто его любит. Клубника идет 350 рублей за килограмм, а малина за 500 рублей за килограмм. Но кое-где есть и по 450 рублей за килограмм. Вот. А вот какой интересный виноград длинненький. Посмотрите, и светленький, и темненький. Вот они стоят дороже, чем другие винограды. 250 рублей за килограмм. Да. Да, местные винограды всегда дороже. Вот и все. Напишите, были ли вы на южных рынках, новороссийских или в других городах. И как вам нравятся наши цены. До свидания, удачи всем.